Ты пониже ростом, поэтому я думаю, это место будет для тебя. Мы тебя положим между шпалами, загримируем под камни, положим туда под пояс. А ну иди сюда! Нельзя воровать гномов! Сколько можно говорить? Не воруйте гнома! Все, пошел вон отсюда! Что это? Что это? Фух, ненавижу тараканов. Ну все, иди сюда! Не надо! Не надо! Не надо! Спокойно! Сильно? Глист? Проголодался? Стой, стой, стой! Что такое? Только не очки, только не очки! Иди сюда, хороший. Вот она! Нашел монетку? Нет. Ищи, она там есть. Тихо, тихо! Давай, иди сюда, сюда иди. Днем за днем уходит ночь, мечты отчаливают прочь. Идем с друзьями мы в поход, через реки, через брод. Мимо огней летящих с трассы разбили лагерь мы без слов. За час пропали все припасы, хватит жрать, блин, кобяков! Ты че на меня гонишь? Что такое? Тихо. Это поэзия. Интересно, какой у нас настоящий возраст. Кобякову вообще, наверное, 70. Он кашляет, рыгает и кряхтит. Ты чё? Чё? Не, ну реально. Ничего мне не 70. Сейчас будем снимать настоящий лол. Для этого мне нужна моя фотография. Ведь что может быть смешнее, чем мое лицо? Сливки. Все схвачено. Деньги. Комар на лице! Свертушки в черепашку! Опа-на! Не смей трогать мой мусор! Мятный дирол! Освежай! Отойди! Отошел от меня! Выборы! Кандидаты!